В Свердловской области подвели первые итоги внедрения умного освещения. В городах региона уже работает более 13 тысяч интеллектуальных уличных светильников, благодаря чему удалось сэкономить 16 миллионов рублей. Первоуральск сейчас является лидером по количеству умных фонарей. В городе установлено более 8 тысяч умных фонарей. Только за апрель этого года Первоуральск сэкономил около 400 тысяч киловатт электроэнергии. За год интеллектуальное освещение позволит сократить расходы почти на 40 миллионов рублей. Как поясняют специалисты, светильники нового поколения устойчивы к резким перепадам температуры, управляются цифровой системой и могут менять яркость в зависимости от времени суток и погодных условий. В Свердловской области в рамках концепции «Умный регион» современное освещение установлено также в Артях, Верхней Салде и Качканаре. Как пояснили в региональном министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, это позволяет обеспечить надежную работу систем жизнеобеспечения и улучшить качество жизни уральцев.